Привет. Речка, привет. Да-да. Речка, привет. Вот уже осень наступила. О, привет, да. Такая красивая осень. Красивая пора. Да. Тепло, главное, на улице. А как будет сказать осень по-чеченски? Ребята, как будет осень? Я знаю, как будет весна, басти. И лето я знаю гюре. А зима я знаю а. А вот как интересно. Осень, вот я всеми хочу посмотреть словарей, забываю. Осень, да. Да. Осень, вот не красивая знаю. Красивая пора осень, да, да, чудесная пора. Осень, чок хаз ю. Да. Вот. Да, что так, Элечка? Элечка, сегодня к тебе даже бабушка пришла, да, чеченский изучать. Элечка. Она вчера посмотрела наше видео и решила, давай я тоже напишу, да, чеченский язык. Да, и мне так захотелось тоже поучаствовать еще раз. А что ты там запомнила со вчерашнего урока? Я единственное легкое запомнила метлу. Да. Ну и бу. Наверное, больше всего орудуешь метлой. Вот. А сегодня будем изучать про шитье, да? Да. Вот. Сегодня, Эля, мы смотрим про шитье. Вот эти слова. Машинка, нитки, все, что нужно, да. Девочки. Да, девочки должны уметь шить, правильно? Да, обязательно. Конечно, да, Элечка. Да, в машинах, может, тебе не надо ковыряться. Что я тебе записываю там видео, вот шить надо уметь. Да. И чтобы уметь шить, надо знать несколько слов. Вот давай посмотрим вот это слово, что это такое? Швейная машина. Да, и как будет швейная машина? Швейная машина у нас будет чарх-ю. 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 Правильно? Элечка, чарх-ю. Чарх-ю. Чарх-ю, вот чарх-ю. Швейная машина, да. Да, вот, это вот. Уже. Вот, ниточки будут. Тедычик-ю. Тедычик-ю. Как раз я сегодня шила вот. Тен, это еще такое носовое, видишь, там... А, носовое... Тедечкью. Тедечкью. Это будут нитки. Нет, нитка, да? Нитка. Нитка получается, да, нитка. А нет, тай. Вот, видишь, тай это нитка. Тайду. Это катушка ниток. А это катушка ниток. Тедечкью. Катушка ниток, да. Вот, а наперсток еще, или надо, вот нитки есть, швейная машинка есть, надо еще, чтобы наперсток был. А наперсток будет тарбу. Тлапу? Не, смотри, тлапу. Это не L, это такая буква. Да? Вот, смотри, интересно. Она считается как Т. Вот, вот это вот, да, вот это Т. Нет, нет, так твердо должно считаться. Вот, Т, тарбу. 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 Вот знаешь, такое... Тарбу. Тарбу. А, это как R. Тарбу. Да, видишь, тарбу. Все вот понятно. Это вот, это вот одна буква такая. Тарбу. Та. Тарбу. Интересно. Тарбу. Вот. Тарбу. Это что такое тарбу? Наперсточек. Да, наперсточек. Значит, смотри, чархью – это швейная машинка. Тедочкью – это будет катушка ниток. Тайду – это нитка. И... Тарбу – это наперсток, наперсточек, на пальчик надевается. Я запомнил. Вот. И теперь наперсток как раз против нитки, против иголки надевается. А иголка будет, вот прочитай. Махабу. А не читается, получается. А, так не читается, а когда получается угу. Махбу. 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 Махбу, да, а. Махбу. Махбу. Вот. И смотри, как интересно, здесь еще есть множественное число. Вот мы сейчас только в единственном числе все проходим, Элечка, а вообще есть... Единственное число и множественное. Вот махбу – это иголка, а иголки будет мехиду. Видишь? Мехиду. Мехиду. Вот, мехиду, да. Вот видишь, иголка одна – махбу, а иголки будет мехиду. Мехиду. Иголка, иголки. Вот как... Махбу и мехиду. Мехиду. Вот. Махбу и мехиду. Да. Вот. Ну, мах, да. Махбу, мах. Мехиду. Махбу. И еще будет ткани. Вот ткань, ткани, да, это когда вот из чего-то шить. Вот если ты хочешь шитьем заниматься, надо шить. И тогда это кади. Кади. Вот. А, это не считается кадиду. 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 Да. Люсь, есть сан. Помнишь, как было это самое кади? Ты все мне, когда я в Узбекистан летел, ты меня просила там кади привези, да? Там писали мы на чеченском. Мы же с Люсей давно стараемся учить. Мы раньше с ней как... Мы брали просто словарь, брали слова и переписывались на чеченском языке. Там писали, например, там что-то на чеченском. И так вот и с этого пошло. А сейчас вот решили вот слова изучать, потому что сейчас наберем все эти слова, и потом можно будет уже предложение нормально составлять.
Да вы вообще хорошо говорили по-чеченски, ну, по телефону, да? В магазине говорили, когда вас все смотрели. Ну как это самое говорили? Там только немножко там слова выучили. Но все равно так по-телефону, хорошо. Значит, смотри, давай попробуем, я буду читать на чеченском, а ты попробуй на русском сказать. Вот, что такое чархью? Швейная машина. Угу. А что такое тедочкью? Катушка ниток. Угу. А тайду? Тайду – это будет просто ниточка. Бакду. А тарбу? Тарбу – это наперсточек. Угу. Махбу? Махбу – это будет иголочки. Нет, махбу. А, это и... махбу – иголочка одна. Одна иголочка. Ага. А мехиду? Да. А, это много иголочек. Мехиду. И кадиду? Это ткани. Ткани, да. Вот так вот, видишь, Алечка. Вот такие слова. Давай еще раз повторим, потому что... повторение – мать учения. Когда много раз говоришь, тогда запоминается. Да, да. Мы вчера говорили, вот скажи мне, что... Вот ладно, я потом, потому что я так, ну, что-то я вспомню, что-то не помню. Но потихоньку эти слова все равно я пересматриваю эти видео, и потом как бы, начинаешь лучше понимать. Да, ну давай теперь ты мне спроси, как будут слова, я попробую сказать. Нет, ты по-русски, я буду по-чеченски. Швейная машина. Чархью, правильно? Чархью, да, да. Катушка ниток. Тедик. Тедик-ду. Тедик-чик. Тедик-ду. Тедик-чью. 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 Ниточка. Ниточка. Тамду. Тайду. 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 Наперсточек. Наперсточек. Тамбу. 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 Иголочка большая. Мехбу. Иголочки, много иголочек. Маня, мах, мах, правильно же иголка большая? Мах, мах. Махбу. Махбу, да, а не мех, а махбу. А мехи, когда много. Мехи, мехи... Много иголочек. Подожди, а сколько это будет? Мехибу или мехиду? Мехиду. Мехиду, мехиду, да. Мехиду. Вот, наверное, у них, когда одна... А, тут там тоже... по-разному бывает. Да, по-разному, я смотрю, и, да. И ткани. Ткани будут кадиду. Да, вот я смотрю тоже. Это вот, сложно. Система, их надо запоминать, да. Поэтому надо запоминать сразу с этими, с грамматическим родом. С у, с ю, ду, бу, потому что потом сложно. Поэтому мы специально говорим. Сложно, да. Так. Но сложно, но интересно. Но интересно. Да. Нам все нравится. Все сложнее, тем интереснее. Ты помнишь Эльмана Махмудовича? Конечно, да. Конечно. Вот. Надеюсь, что Элечка когда-нибудь с его дочкой познакомится. Потому что они почти одного возраста. Да. И вот Элечка, да, так что учи чеченский. Потом с тобой поедем в Чечню, да, напишем нашим друзьям в Чечне, что мы приезжаем, приедем, встретимся. Знаешь, как хорошо будет. Может быть, и в следующем году уже ну, это не и знаю. Состоится. В следующем году пандемия, наверное, будет. А так... Ну, будем надеяться, будем из-за верить. Из-за этого да. Никакие встречи не получаются. А пока адик вел. Адик дерик дикду. Дерик дикхеду. Дик бюш хульчун. До встречи, Элечка. Мы скоро встретимся, я думаю. Обязательно.